нельзя ездить по ротам. Хорошо, я посниму. Назад, пожалуйста. Всего хорошего. Здравствуйте, уважаемые. Вы в курсе, что вы двигаетесь по тротуару? Еще с такой скоростью. Здесь дети гуляют, люди ходят. Можете вернуться на дорогу? Спасибо. Аккуратнее. Вы только что меня по большому счету взяли, обосрали, перед тем, чем пожалуйста. Хорошо. В этом есть смысл. Согласны? Ну, потому что я спешил. Вот та машина, которая ехала, я ее обгонял. В результате позже нее приехал. Ну, так логично. Ну, вот, в этом уже есть смысл. А стоять мучиться друг на друга, я вы помните. Просто вы сейчас о чем говорите? Чтобы мы вас просто здесь пропустили, дали вам съехать. Тогда нет смысла нам здесь стоять. Хотите, расскажем, в чем смысл акции на самом деле, да? На самом деле мы знаем лучший смысл акции. Я же говорю. Ты представляешь, как бы попал подарок в топ-кап. Все, давайте поговорим. Ребят, спасибо большое, честно. Спасибо вам за вежливость. Все, потерять. Да нет, ну что, вы же правы, что ты... Сейчас вижу. Ты, наверное, кого-нибудь зацепил. Кто зацепил? Кого я зацепил? Зеркалом. Ага, зацепил. Ну вот теперь попали. Красавчики! Наклею, подожди. Дай стоп, хамай его. По-братски, дай я наклею. А почему не клеите? Потому что я не снимаю, но надо сказать. А можете машинку брать, пожалуйста? Чушь, штана! Убери машину! Свой народный джаз! Справа! Все, он убрал машину. Все? Да, спасибо большое. Ты скажи, что... Ну все. Сейчас сверху. Уезжайте, нет? Нет, не уезжайте. Нет, не уезжайте. Ты шаг, что ли? Нет. Нет, это какие? Что, долбоёба, что ли? А вы? Шаг. Вы реально долбоёба? Не-не-не, мне кажется, я смотрю ещё. Вот вам есть что-то внимание? Всё, выслал. Сейчас лечь. Руки лечь. Всё, конфликт исчерпан. Плевать, кому мы мешаем. И кому мы мешаем. Бежите, во-первых. Бежите, выезду машин. Реально, вы не думаете, вам нечем позаниматься, что ли? Клейте наклейки. До свидания. Хорошего вам вечера. Спасибо вам большое и вам хорошего вечера. Здрасте. А можно вас попросить, пожалуйста, перепарковать ваш автомобиль? А? Дальше пройдете, там места есть. Это нарушение правил дорожного движения. Вы видите, тем самым пробку создаете. Я к вам не приближался, я вас прошу перепарковать автомобиль. В общем, вы не уезжайте. Пожалуйста, да, аккуратнее. Толкаемся. Да. Успокойтесь вы! Можно просить? Тихо. Вообще, да? The secret side of me, I never let you see. I keep it cage. Видя, вам нравится, что вот так вот? Это ужас, по тротуару вообще. Безобразие. Вот так это. Вам построили дорогу, а вы едете до пешеходов. Это нормально? Вам все равно, вам плевать на человеческую жизнь, да? Красавчик, езжай. Подойди на минуту. Эй, хорош. Привет. Что на минуту? Пытайтесь спровоцировать. Да доставай. Ой, какой, а. По тротуарам хорошо ездить. Ты знаешь, как на себя провоцировать, чтобы на тебя посмотрели. Нет, по тротуарам, скажите, хорошо ездить по тротуарам. Не посмотрели, чтобы на тебя все посмотрели. Ты пытаешься на себя обратить.
Нет, а по тротуару мы скажем. А вы взрослый человек, не уважайте других. Кого уважаете? Люди, других людей. Делать нехуй, ты ходишь, блядь, по городу. Других людей не уважайте. Вам все равно на других, правильно? Ну что, какая у тебя разница? Не объезжай к Проксу через перекладку. Сберегаем, блядь, тебя ебёт, сберегаем. Ребят, я у него метр. Всё. Всё, спасибо. Спасибо. Понятно. Хорошо. Камеру убрал? Нет. Красавчик, я красавчик. Вам есть что делать? Да? Нет, просто если вам есть что делать, ваш товарищ так позитивно настроен, а вы так грубо. Ребята, эти машины чуваки. Мы продиральный проект стоп-хам. Мы не решаем вот по... Стоп-хам? Да. Да ты писни со своим стоп-хамом и камеру убрал. Сейчас такое лицо грозное. Где же ваши наклейки? А мы сегодня без наклеек. Да? Я тоже, я иду по тротуару. Чё? Пусти меня, я иду по тротуару, я пешеход. Мужик, ты чё? Тем более, я же не мешаю тебе там, мешаю там. Я хочу на учёбу. Всё, мне нужно здесь пройти, я пешеход. Ты не проедешь. Я по дороге не хожу. Езжай по дороге, как все. Че ты у меня? Иди, иди нахуй, дороги, смотри, я спешу, блядь! И я спешу, но я иду, как все, а не по дороге. It's hiding in the dark, his teeth are razor sharp. There's no escape for me, it wants my soul, it wants my heart. No one can hear me scream, maybe it's just a dream. Maybe it's inside of me. Что, делаешь про меня еще? А вам по тротуару ехать? Стоп-хам. А? Да, стоп-хам что ли? Ну да. Кто конкретно? О! Ну кто конкретно? Вы драться любите? Конечно. Молодцы. Кто самый здесь такой боевой? Ты? Они правильно делают. Ты мне сейчас стучал по капоту. Ты сейчас стучал по капоту. Я вам сейчас стучал по капоту. Давайте увидите. Тебе легче стало? Ты охуел, что ли? Я снимаю, да? Давай, давай свою камеру. Не-не, камеру я тебе точно не дам. Не-не, давай сейчас вот подойдет покрупнее. Вот сейчас вы все ровесника увидите. Давай, ладно, посмотрим. Не-не, ну давайте, да, вы боевой, я вижу, вы сам бы занимались. По гамбургеру всегда, что такое плеваться умеете. Вот реально, вот таких хамов вот мы и не любим, поэтому мы здесь стоим. Вы же МВД, вы же закон, вы же... А ты кто? Вот я закон, а ты кто вообще?